Что ты тут делаешь? Не ройся в моих вещах. Дневник. А зачем он? Чтобы рисовать и писать слова о том, что ты хочешь помнить. Открой замки. Они разорвут тебя на части. Я ищу того, кто умеет читать. Ты умеешь читать? Я хочу знать, что там написано. Кто это написал? Мой отец. Здесь его воспоминания. Ты правда хочешь знать, что там? Да. Я не хочу его убивать. Он другой. Скажи, как тебя зовут? Я не знаю своего имени. Отец звал меня просто сын. Земля сыновей.